Вы ударите меня своей сандалией в день моей свадьбы? Слава богу, ты помнишь, что сегодня твоя свадьба! И до твоей свадьбы осталось всего 3 часа, Нур. Иди хотя бы в свою комнату и начинай собираться. Шайра? Да. Ты переодеваешься и идешь на кухню. Машука и Дилруба помогут в подготовке чистой хурмы. Мама, невестка должна выполнить ритуал самостоятельно. И я... Ваша невестка. Вы приготовили чистую хурму для 500 гостей на вашей свадьбе. И эта новость была опубликована в каждой газете Пхопала. Почему вы так на меня смотрите? Я ничего ей не сказал. Ваша невестка провела все исследования. И вы не волнуйтесь. Ваша невестка проведет ритуал самостоятельно.